Ко дню работника сельского хозяйства в Ельчикском районе открыли новый сельскохозяйственный комплекс. В общей сложности в отрасли сельского хозяйства в этом году реализуется более 260 инвестиционных проектов. Для этого из бюджета выделено порядка 6 миллиардов рублей. Основанное в 2006 году сельскохозяйственное предприятие «Победа» под руководством Николая Александровича Головина пережило немало изменений. Сегодня оно не похоже на ферму в привычном понимании. Это суперсовременный животноводческий комплекс на 400 голов скота. Общая стоимость такого предприятия будущего составила 60 миллионов рублей. И до 70% от этой суммы возможно компенсировать по разным программам господдержки. Неплохо в этом году поработали предприятия пищевой переработочной промышленности в части обновления и модернизации своих предприятий. В целом в этом году задача ввести объекты на 5116 условных голов. Как мы говорим, на скотомест мы это обязательно этот план выполним, создадим. Автоматизация здесь коснулась всех и каждого. Дойка, осеменение, контроль за весом, здоровьем животного. Все управляется с помощью компьютера. Ошейники помогают нам определять, когда корова приходит в охоту. Все приходит автоматически на компьютер. «Победа» – семейное предприятие. Главные помощники, конечно, дети. В город как бы и не тянуло, всегда вот тянуло дом, родные края, родные места, ближе к родителям. Новые, хорошо оснащенные сельскохозяйственные комплексы интересны и молодым специалистам. Так считает и будущий ветеринар Анна Степанова, которая выбрала местом для своей практики животноводческий комплекс «Победа». Я студентка 5-го курса сельхозакадемии. Также я корреспондент журнала «Агровыбор Чувашии». Так я летом приезжала брать интервью у директора этого хозяйства. И мне здесь очень понравилось, поэтому решила прийти на практику, на производственную практику. Сегодня в хозяйстве 310 коров. В планах у Головиных увеличить поголовье до 1500. Осуществить задуманное планируют в ближайшие 2 года. Алина Сусметова, Богдана Дойникова, Валерий Рюзяков, Республика.